Bizə nə istəyirsiniz məndən? Bax, nə istəyirsiniz? Deyin. Siz prokurorluğa dəvət olunmuşsunuz, izahat verməlisiniz orada. Вы законодательство не знаете, а я знаю. Согласны? Я не знаю. Да, вы не знаете, вы его нарушаете. А между прочим, вы не знаете. А я вам сейчас объясню. Согласно действующему законодательству, без предъявления обвинения по какой-то статье или без указания в качестве кого человек не имеют права. Есть, будет. Ну вот делайте. Тогда подождите, пожалуйста. Дайте мне спокойно. Я прошу вас. Что вы хотите от меня? Подождите нам. Мы уже решили, что они будут взламывать нашу квартиру. Вы знаете, почему? В 2011 году они уже уничтожили мой дом на Шамсиба Далбейли 38. Они снесли весь мой дом. Там у меня были письма отца с фронта. Письма отца с фронта. Вы понимаете, что это такое? Они снесли моего дедушки архив. Снесли, уничтожили. Абу Талыбов, я выиграла все суды. Вы говорите, закон? Я выиграла все суды, Верховный суд тоже. И действие судебное вошло в решение, вошло, и мне должны были заплатить. И мне до сих пор не заплатили. А сейчас они пришли сюда. Уважаемая, и вы собрали Лида, столько вы полицейских. Вопрос, а вы собрали столько... Я решать должна свой вопрос. Ваших полицейских согнали туда, чтобы людей вытаскивать из квартиры. Вы постоянно нарушаете закон. Постоянно. Вот вы хотите взламывать мою квартиру? Взламывайте. Вы хотите меня убить? Убейте. Вы уже моего мужа довели. Вас не будет?